Прогулка в Австрии. Ой, сколько здесь птиц поют. Ну, какой домик, нам очень понравился вот этот дом. Здесь велосипедисты катаются. Ну-ка. Тоже красивенький. Ага. Какой домик интересный. Виноградник это? А, нет. Просто так, что идут тени. Да, башлыки. Вот такие дома здесь. Интересно. Птички. Это у них птица, это птицы, как у нас. Вот как птичка поет. Дрова у всех есть. Камин. А, камин, да? У всех есть дрова. Для камина держат. Как приятно птицы поют. Тут их бедность. И тут зарос. Яхта. Угу. Чья-то. Кто-то оставил, сказать, это участок. Видишь, здесь
разрыв. Вот домик какой. Зарос. С яхтой. Интересные домики, да? Это капитан живет здесь. Там лягушки колокают. Надо туда сходить. Каждый дом разный, да? Угу. Нет одинаковых домов. Приятный воздух. А это что за крыша такая? Смотри. Дизайн. Это дом такой? Интересно. Это нормальный дом, а сделали эту наклонную плоскость с этим деревом. Вот такие дома. Запечатлели кошку, да. Птицы поют. Местный кот. Вот какой здесь котята. Ну что, гуляем? Киска. Так. Здесь кто-то кроликов держит. Крольчат. Тут такой дом. Ой, какое мы здесь озеро нашли. Канал. Канал. Кто-то здесь рядом живет. Садики домов выходят на канал, видишь? Угу. Каждый выезд свой. Как красиво. Видишь, что все эти дома, которые мы видели там в Барой руке,
себе свой родной канал. Здесь рыбы плавают тоже, да? А здесь это тот самый здесь. А он рыбки плавает. За этим забором есть яхт-клуб. Да. Сколько птиц, тут лес. Это денежное дерево, да? А, это. Ты знаешь, где растет? Где? Там, где беседка, где ты, там. Для яхты, для гаражей. Угу. Яхта стоит. Красиво, да? Угу. Открыто, все, можешь зайти в дом. Тишина здесь такая. Две тысячи двадцать второй год. Май. Вкусная сирень. Ее здесь это много. Ароматная. Угу. Тут почти уже все обошли. Это здесь новый дом ставили. Как тут приятно гулять. Какое дерево большое. Детишки. Солнышко садится. Все обошли. Лягушатник. Кто-то живет около болота. Посадили, там уже, видишь, посадили.
Красиво дома смотрятся. Там крокодил нарисован. Видимо, там крокодил обитает. Да. Ага. Тут крокодил держит. Ой, нет, туда мы не пойдем. Крыша, да, интересно. Как птицы поют. Ой, какой звук.